Закрывают Инстаграм в России. С рынка уходят лидеры IKEA, Zara Home, H&M Home и многие другие. Что же делать в этой ситуации? Как продолжать заниматься творчеством и продавать свои товары? Сегодня хочу поговорить на эту тему. Ежедневно ситуация в мире меняется, и мы только успеваем следить за всеми новостями. Закрывается Инстаграм, и неизвестно, что будет с Ютубом. Я очень люблю свой канал за ту аудиторию, которая здесь есть, и за эту атмосферу, которая присутствует на этом канале. И я очень не хочу ее потерять, не хочу потерять вас. Поэтому я прошу вас подписаться на мой телеграм-канал и на мою новую страничку ВКонтакте, где я также буду делиться всеми полезностями, буду давать свои советы, рекомендации, свои находки и записывать новые видео в случае, если YouTube нам заблокирует. Итак, давайте поговорим о свечах. Что же делать в этой ситуации? Многие люди, которые занимаются творчеством, а сейчас возьмем именно сегмент свечей, сейчас находятся в панике, и я их прекрасно понимаю. Закрывается Инстаграм, а возможно для некоторых это была единственная площадка, с помощью которой они могли продавать свои товары. На самом деле ситуация довольно-таки сложная и очень обидна за те аккаунты, которые вкладывали свои усилия на протяжении многих лет, развивали свои страницы, вкладывали в это время и большие бюджеты. И сейчас в один миг все это закрывается. Но я прошу вас не расстраиваться. Сейчас наступает сложный момент, период кризиса. Но давайте вспомним, что на китайском языке слово «кризис» пишется из двух иероглифов, которые стоят из слова «опасность» и «возможность». Да, сейчас есть большая опасность и вероятность того, что многие бизнесы просто закроются. Но я хочу, чтобы вы акцентировали больше внимания на слово «возможность». Сейчас у всех начинающих аккаунтов есть большая возможность стартовать наравне с уже сложившимися брендами. Давайте посмотрим на ситуацию с позиции возможностей. Сейчас с рынка ушли такие гиганты, как IKEA, Zara Home, H&M Home. Это мировые лидеры, которые имели большую часть рынка в нашей стране. И многие люди покупали свечи в нашем же примере именно в этих магазинах. А все маленькие и коммерческие аккаунты всего лишь питались крошками со стола, пытаясь набрать себе клиентов. Но, признаемся честно, конкурировать с такими гигантами просто было невозможно. С уходом этих компаний освободилась существенная часть рынка, которую нужно сейчас нам завоевывать. Да, конечно, свечи это не товар первой необходимости, но люди всегда любят красоту, люди всегда стремятся к прекрасному, люди всегда будут дарить подарки. И если ушли одни, наша задача – зайти в этот рынок и заполнить его своими товарами. Неизвестно, сколько времени есть у нас до того, как эти лидеры вернутся к нам на рынок, но это время нужно использовать в свою пользу. По моему мнению, сейчас в стране будет процветать патриотизм и любовь к местным производителям. Если компании в один миг покинули нашу страну и закрылись, то, соответственно, они в любой момент могут нас также подвести и просто закрыться. Конечно же, мы будем поддерживать больше своих местных производителей. Поэтому, если сейчас вы только начинаете, у вас есть все шансы зайти на этот рынок, найти своих клиентов, которые вас полюбят. И в случае, если даже такие гиганты, как IKEA, Zara Home и другие вернутся к нам на рынок, у вас будет база своих клиентов, которые вас будут любить, несмотря ни на что. Все, что вам сейчас нужно делать, это быстро принимать решения и сразу же стартовать. Нет времени на панику, нет времени на то, чтобы опускать руки. Нужно действовать прямо здесь и сейчас и работать с тем, что есть. Если вы хотели научиться создавать свечи и продавать их, то сейчас самое время. А быстро научиться создавать свечи своими руками можно на моем курсе по свечеварению, где вы научитесь работать с красителями и ароматизаторами. Научитесь создавать как формовые, так и контейнерные свечи любых форм и размеров. Также вы получите закрытый список всех моих продавцов восков и ароматизаторов, красителей и всех-всех материалов. Что отличает мой курс от других, это то, что за приемлемую цену вы получаете неограниченный доступ ко всем урокам, а также вы получаете доступ в закрытый чат вместе со мной, где я лично отвечаю на ваши вопросы, помогаю, поддерживаю, а также вы общаетесь с единомышленниками, которые также вас поддерживают во всех ваших начинаниях. Помимо этого, только для моих учеников действует персональная скидка от магазина-партнера на приобретение различных восков и материалов для создания свечей. Если вы хотели научиться, сейчас самое время, не откладывайте это на потом. Ссылку на свой курс я оставлю в описании под этим видео, переходите и стартуйте вместе с нами. 14 марта блокируется соцсеть Instagram, и это большой удар по всем тем
коммерческим аккаунтам, которые вели свою деятельность в этой соцсети. Да, говорят, что можно будет дальше пользоваться с помощью VPN, но это не точно, никто не знает, как сложится в дальнейшем ситуация. И поэтому все различные аккаунты переходят сейчас на другие площадки, чтобы себя обезопасить, такие как Telegram или ВКонтакте. Да, это очень обидно, потому что в Instagram люди вкладывали свое время, свои усилия и большие бюджеты, и сейчас приходится создавать все заново. Но давайте посмотрим на это и с другой стороны. Опять-таки для новичков это отличный вариант. Почему? Сейчас все обнуляются и все встали на один уровень. Ни у кого не было активных профилей ни в Телеграме, ни ВКонтакте. Сейчас все начинают с одного уровня. Да, если раньше можно было сказать, что невозможно конкурировать с крупными брендами, то сейчас вы все равны. Сейчас кто принимает быстрые решения и быстро действует, выходит вперед. Поэтому не откладывайте это на потом. Неизвестно, как сложится ситуация в дальнейшем. Будет ли еще у вас шанс также стартовать на уровне с другими брендами, которые давно на рынке и которые уже завоевали любовь своих клиентов. Сейчас мы все равны. Никто не знает, как развиваться в этих площадках. Нет точных инструментов, нет точных алгоритмов. И все мы будем пытаться, будем пробовать, будем узнавать новые алгоритмы, как работать в этих соцсетях. Мы все равны, у нас у всех равные шансы. Поэтому, пожалуйста, не откладывайте свое обучение, не откладывайте свое развитие. Выиграет тот, кто не останавливается. Поэтому я вас прошу, не опускайте руки, действуйте. Стремитесь к тому, к чему вы шли. Не бросайте то, ради чего вы столько работали. С своей стороны, я также продолжу создавать для вас качественный и интересный контент. Поэтому подписывайтесь на меня в Телеграме, подписывайтесь на мою страничку ВКонтакте. Давайте будем дружить и дальше. Увидимся с вами, возможно, на Ютубе, возможно, в Телеграме, возможно, ВКонтакте. Давайте не будем теряться и до новых встреч!